В этом заколдованном лесу растут лечебные грибы. Они много чего лечат. Это очень популярные сейчас грибы. Я покажу сейчас, где они здесь водятся. Немножко, если влево взять, я слышу по запаху, думаю, что это такое? А это здесь гриб веселка. Вот он. Гриб веселка. Он уже упал и не отжался. Но он лежал, я его специально потрогала, чтобы показать, из чего он там растет. Это яйцо гриба веселки. Вот основание у него — яйцо. Из яйца и вырастает эта веселка. Их сушат или настаивают на водке для разных целей. Сейчас покажу еще чудо природы. Я сначала заметила бугорок и беленькое пятнышко. Это было вот это вот чудо. А рядом маленькое яйцо веселки только начинает расти. А вообще-то холодно. Они летом в жару росли, в 30 градусов. А сейчас вот это вот точно яйцо веселки. А это неопознанный какой-то гриб. Я его трогать не буду. Но, скорее всего, это типа жемчужного мухомора. Как он тут появился, неизвестно. Но это не веселка, это точно. А яйцо потом мы заберем на обратном пути. А этот гриб я потом понаблюдаю. Он был под листьями, поэтому, может быть, ему не очень было весело. Без солнышка, без света. Поэтому он такой вот, какой-то, как поганочка. Хотя жемчужные мухоморы едят. Я уже нынче их пробовала. Мы приехали поздним вечером, ездили по делам. И решили сделать крюк и заглянуть, что здесь есть. Несколько дней мы не были в лесу. Говорят, опята есть. Ну, мы посмотрим. Саш, посмотри. Вон там вон веселка. Вон там вон веселка. Она упала. И лежит себе. И пахнет. Жуть. Ну, все на этом.